По Шаолин. Если вы смотрели прошлое видео, то вы поняли, что я с вами только что поздоровался. И в этом видео мы начнем рассматривать спряжение глагола. Но сначала немножко пополним наш словарный запас. Тыт. Здесь. Тот. Там. Яны. Большой. Мань. Маленький. В прошлом видео мы рассматривали слово кол. И если вы хотите сказать «маленький дом», то не говорите «манькол», говорите «колкве». Потому что слово «манькол» оно имеет свое, собственно, закрепившееся значение. И об этом я, возможно, скажу в отдельном лонгриде. Дальше. Карес. Высокий. Талква. Низкий. Йильпи. Новый. В верхнем лозунском это слово «лильпи». Дальше. Пес. Старый. Это о вещах. Матум. Старый. Это о людях. Пы. Это мальчик. Сын. Аи. Это девушка-дочь. Помощипа. Спасибо. Далее рассмотрим наречие времени. Молхоотал. Вчера. Тихоотал. Сегодня. Холитан. Завтра. Ань. Сейчас. Некоторые из этих слов нам пригодятся в дальнейшем. Теперь рассмотрим глаголы. У глагола может быть объект. Например, я беру стул. Стул – это объект. И может не быть объекта. Я говорю. Объекта никакого здесь нет. В мантийском языке это играет роль. Потому что здесь у глаголов есть объектное и безобъектное спряжение. Они различаются. Собственно, что есть глагол в мантийском языке? Как его определить? Вот мы открыли слова, и как мы поймем, что это глагол? Все глаголы имеют инфинитив «нкве». И перед этим инфинитивом всегда стоит гласная какая-либо. В верхнелозинском диалекте этот инфинитив имеет форму «нкво». То есть «анкво», «ункво» и так далее. Причем, мое поколение манси, включая мансийского рэпера, произносит его как «к». Но произношение «к» оно диалектное, и оно не воспринимается совершенно носителями литературного диалекта. Рассмотрим один из таких глаголов. Например, глагол «минункве» – «идти». В этом глаголе мы видим инфинитив. Вместе с гласной он читается как «ункве». «Ункве». Причем, этот глагол в верхнелозунском диалекте будет читаться как «минунг», а мое поколение будет читать его как «минук». Теперь рассмотрим спряжение глагола «олунгве» – «быть», «находиться». Поскольку этот глагол является непереходным, то есть нельзя быть, находиться кого-то, соответственно, у этого глагола нет и быть не может объекта, мы сейчас с вами рассмотрим безобъектное спряжение настоящего времени. Итак, начнем. Ам олэу, нам олэйн, тау олэй, мен олэймен, нэн олэйн, тэн олэу, ман олэу, нан олэйн, тан олэйт. Также в верхнелозунском диалекте встречается еще одна форма для слова олунгве – «быть» для первого и второго лица. Ам яны пыйосум. Нан яны пыйосум. Такая форма совершенно не воспринимается носителями литературного диалекта, хотя она встречается у мункачи, и носители литературного диалекта вам скажут эту фразу как ам яны пы. Также необходимо рассмотреть спряжение неправильных глаголов. Готовьтесь ломать языки. Уанкве. Знать, видеть. Линкве. Бросить. Минкве. Давать. Винкве. Брать. Тенкве. Есть. Йинкве. Идти навстречу. Амвагум. Вигум. Тегум. Нангваин. Вин. Тейн. Тауар. Вир. Тер. Мен вагмен. Вигмен. Термен.
Нэн вагин, вигин, тегин, тэн ваги, виги, теги, ман вагу, вигу, тегу, нан вагин, вигин, тегин, тан вагит, вигит, тегит. Ам ювум, нан ювен, тау ю, мен ювмен, нен ювен, тен ювер, ман юву, нан ювен, тан ювут. Итак, теперь ваше первое домашнее задание. Попробуйте приспрягать эти глаголы прямо сейчас, потому что эти глаголы вам понадобятся далее в этом уроке. Танхунгве – хотеть. Хасунгве – уметь. Потертангве – говорить. Йохтунгве – приходить. Вермунгве – мочь. Хуюнгве – спать. Эргунгве – петь. Унмунгве – сидеть или стоять для вещей. Минунгве – идти, уходить. Каасачангве – соглашаться. Ханьштахтунгве – учиться. Нётунгве – помогать. Ссылки на ответы будут в описании. Как же в мантийском языке выразить будущее время? Есть два пути. Первый – это несовершенный вид «я буду делать». И второе – это совершенный вид – «я сделаю». Если мы хотим сказать «я сделаю», то мы должны сказать «ан вариэмтах». А если я хочу сказать «я буду делать», то мне нужно воспользоваться вспомогательным глаголом «патунгве». Полноценного аналога этому слову в русском языке нет, но приблизительное значение – «падать». И, соответственно, вся фраза целиком будет звучать так – «ан варунгве патэо». Паша! 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 Па